Ой, Насик, что бы нам придумать? Что бы такого снять? О! Да я сам не знаю, я кручу книжку. Может, стой. А может, чё? Снимем, как тебя похищает человек за окном, заточает в высокой башне с монстрами Тревора Хендерсона на 200 лет, а потом я замечаю твою пропажу, надеваю броню, иду тебя спасать. Отважно. Ладочка, подожди, ты куда-то вообще не туда смотришь? У меня выживание за мопса-гусеницу. А еще у меня есть радужные друзья, типа модельки, но мы, блин, вообще ничего не делаем. Слушай, а может, мы снимем вампиры, сериал «Вампиры»? Да нет, о чем ты вообще говоришь, Фласточка? Ой! Сори! Сори, это было случайно! Это было случайно. Короче, я не специально, я превысила свои силы. Знаешь, что написано? О, то, посмотри, давно... что там интересного. Ну, подписчики пишут, что мы давно никого не призывали. А, реально есть? Не призывали, да, давно. Очень мне кажется, давно. Хорошая идея, давай кого-нибудь призовем. Да а мы кого? Радужных друзей призовем, только нам деньги нужны для того, чтобы... Точно, давай. Нам нужны деньги либо на ресурсы, либо можно купить креатив, который... Ну, знаешь, мы же брали креатив, а просто как мы его брали? Купим, вопрос? Надо очень много алмазов и звонить по телефону, но у нас есть алмазы или нет? Пойдем, может, узнаем вакансии в пиццерии. А, пиццерию? Думаешь, там так много платят? Ну, давай сходим. Все-таки нужно все-таки узнать. Может, там платят очень хорошо. Так, короче, давай раздадим пиццу. Все-таки с детьми очень трудно работать. Здравствуйте, мы хотим устроиться на работу на один день. Можно да. ли нам? Не можно, а нужно устроиться. Отлично. Желательно, желательно, чтобы еще была крупная сумма. Крупная, весомая такая. Знаете, мы зарплату не обговариваем. Это как вы будете работать. Сдельная зарплата. Ну хотя бы примерно скажите, сколько мы получим, если мы будем работать во всю силу. Флашка, давай мы просто пойдем и зафигарим пиццу. А там сколько ладно, получим, столько давай. И получим. Ладно, пошли давай. Быстренько. Посмотрим, сколько же нам заплатят. Надо какие-то пепероньки замутить. Ой, я куда-то не туда пошла. Ты вообще не туда пошла. Я в комнату для... первую. Менеджеров. Первую пиццу мы делаем пепперони, Флашечка, я считаю. Вторую мы делаем пиццу с ананасами. Третью пиццу мы делаем... Фу, с ананасами давай не будем. Надо, Флашечка, пошли в попу эти покупатели. Нифига, сейчас зафигарим какие-нибудь топовые пиццы. Самая невкусная. Включаем вытяжку и начинаем делать пиццы. Фасуем лепёшки, давай, Насик, мни попой тесто. Я уже задолбался просто делать. Мни попой тесто. Да, Вигела, я сейчас реально попой буду. Ой. Да, блин, ну хорош, я убиваю. Насик, ты какой-то сегодня хлюпик. Ты сегодня какой-то хлюпик. А у меня сила богатырская активирована. Ну-ка, смотри. Сейчас я реально прыгну на эту лепешку и сделаю топовую. Вот какая хорошая, смотри. Опачки, 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 опачки. Опа, получилась у нас такая вот пицца. Вот это я понимаю. Еще пицца с анчоусами у нас получилась. Пицца суприм. Ой, блин, сломал пиццу. Короче, идем раздавать. Да, пошли. Ну я одну пиццу уже все хотят кушать, уже кушать все хотят. Нужно кормить голодных деток. Накладываем пиццу уже как-нибудь, ребенок, нажри. Вот вы кушаете. На, жри, в рот запихивай. И вот тебе кусочек пиццы, хотя у тебя тут так пицца есть, поэтому я у тебя ее изымаю и просто сам захавал. Ха-ха. Флашечка, не ругай меня, я ничего не делал. Ты че, нам за брата вычтут? А, да. Дурак, что ли? Ну все, я наработался. Мы уже устали. Мы во всю силу работали, нам должны много заплатить. Опачки. Три алмаза. Вы серьезно? С таким отношением идите вы нафиг? Я больше не зайду никогда в эту пиццерию. Как будто птичка накакала. Вот что за зарплаты, боже. Не пишите нам даже и не звоните, мы увольняемся. Флашечка, пойдем подотремся этими алмазами. Просто ужасный начальник. Да, просто ужасный. Вообще гроши какие-то заплатил. Ладно, Насик, Насик. У нас ничего не получится. Да. Ладно, Насик, не огорчайся. Ты издеваешься? Ладно, ладно, Насик, не огорчайся. Хочешь, я тебе признаюсь в кое-чем? Я уже ничего не хочу, Флашечка. Нет, 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 нет. Ты удивишься. Смотри, у меня есть кирка. И чё? Эй, ты чё мои полы ломаешь? Ничего, что... Посмотри, это мои запасы.
Я их приберегла на всякий случай. Чего? Откуда у тебя столько алмазов? Видишь, мы все-таки сможем. Я просто хотела посмотреть, как ты поработал. Ну, чтобы ты поработал, не ленился, фигней не страдал. Настя, пранкуешь, конечно. Тебя как бы запрячь. Ладно, я набираю тогда креативную зону. Нам надо очень много алмазов взять. То есть мы почти все алмазы отдадим. Ю-ху! Давай. Итак, я набираю потихонечку. Так, номер там 7, 9. Давай, звони нашему любимому хакеру, которому мы 100 лет не звонили. Так, еще 2 цифры. Он, наверное, уже там в реальной жизни появился. Алло! Мы хотим купить креатив с фласочкой. Да, отдаем почти все алмазы. То есть 2, ну сколько тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 стаков алмазов. Можно? Походу можно, фласочка. Все, тогда даем алмазы. У нас появился креатив, ура! Смотри, сделка вообще прошла успешно, прям моментально. Нам прислали этот креатив. Отлично, вообще-то утро уже началось, и теперь мы летим строить головы. И, кстати, что я хотел сказать, у нас первая голова построена, и нам надо построить только зеленого. Оранжевого и фиолетового. Только фиолетового вроде вообще не существует, то есть мы его не сможем, ну... Призвать. Мы построить только сможем. Вот. Так что, чё, давай как-то картинки поставим. Хорошо, их, да? Давай, ставь. У меня просто нету. Фласочка, ты куда подевалась вообще? Ты меня троллишь? Ты вот тут вот. Короче, я просто рассматривала картинку. Вот у нас серединка готова. Остался только вот этот крокодил. Остались и обрубки вот зеленые. И крокодил Гена, конечно. Так, значит, нам надо сейчас зафигарить реально красивых. То есть надо взять оранжевую шерсть, я сразу знаю. И я думаю, что... Ты будешь крокодила Гену, а я буду обрубки. Да, давай я крокодил Гену, короче, буду строить. Слушай, посмотри, а какой будет более подходящий цвет? Вот этот или вот этот? Мне кажется, темно-зеленый, и можно вместе с лаймом делать. Как видишь, тут у него разбросан цвет. Так же и у тебя будет. Ну да. Хорошо, а только голову, да, получается? Ну да, только голову нам надо сделать. Итак, я начинаю потихонечку строить, чтобы у меня должно получиться реально. Итак, погнали. Окей, let's go. Вот такая вот пасть должна получиться. Пока что у меня все вроде бы как получается. Вот такими вот несложными движениями мы потихонечку выстраиваем небольшую такую пасть. А где хочешь можно, да? Как будто кусочек пиццы, да, где хочешь. Настя, ты вот прям, ты вот прям загородил мне фотку. Да ладно, блин, вот я просто сейчас перетащу тебе фотку для удобства. Давай мне поставь. Пожалуйста. Спасибо. Вообще сама могла бы взять ее и перетащить, но ты как, походу, не шаришь вообще абсолютно. Ты полная нубиха. Да я забыла, как это делать, Боже, фласочка. Настик, ты достал выпендриваться вот свои вот знания. Да, профессионал шарит, и он как дедовщина, короче, для настоящий фласочки. Учитель не будет унижать своего ученика. А это не унижение, это лишь недовольство, что ты не шаришь. А ты совсем меня другая не вещь. Учил. Но, короче, самое главное, то, что я уже почти достроил. То есть, по сути, вообще очень несложно все это строится. И ты даже можешь, пиши в комментариях, построишь ли ты такое же. Смог бы ты это построить за 10 сек, если ты не... Человек. Если ты не человек. Вот такой прикол получился. Короче, потихонечку застраиваем. Если ты не человек, а не Ашка. У меня реально огромная пасть получается. И подписчик такой: я не болотная тина. Нифига ты шутканула. Вообще неплохо так. Я прям аж аплодисменты, что ли. Спасибо, так, спасибо. Вот, да, вот так вот пасть. Не стоит лезть. Так. Не, ну какая-то фигня у меня на самом деле получилась. Да, мне как-то какая-то вышка какая-то. Мне самое главное сделать, короче, архитектуру. Что за огурец раньше? Да, у меня есть архитектур мод, все, я смогу сделать идеальные зубы. Ты не представляешь, насколько они будут идеальны, если, конечно, а может, мне сделаешь? Специальный цилиндр, но, походу, его тут нету, и это очень печально, на самом деле. Я очень бы хотел, чтобы здесь был цилиндр. О, боже. О! Ну, что-то типа того. Вот он, треугольничек, типа, можно вот такие вот ставить. И это, считай, зубки. Реально, зубки, ты посмотри. Май. И я их вот так по бокам буду ставить. Вот они, реальные зубёхи.
Отлично. Давай мне поставишь тоже. Зубки? Да. Так ты сама сделай зубки. Как? В чем проблема? Ну блин, вот каком, блин, возьми и сделай. Типа, ты просто вот в эту штучку залазишь и кладешь блок шерсти. И делаешь специальную фигуру, которая тебе нужна, фласочка. Так что я не знаю, для чего тебе моя помощь. Такое все очевидно. Так, потихонечку я уже вот так вот зубки сделал. Надо еще сделать, чтобы пасть там черная вот здесь вот, да. Вот здесь вот черная полоска должна быть специально. Ну, типа глотка, вот это все, типа он захавает и туда провалится еда. Да-да-да, это реально получилось так, как я и хотел, это очень красиво. Так, а теперь осталось только сделать вот такую вот специальную вылезающую для глаза, как у инопланетянина, знаешь. Вот это вот... Не, короче, я просто игру одну вспомнил, детскую, Каспер называется, в поисках там чего-либо, ой. И там, короче, инопланетный уровень был, и там вот похожий глазастый был. Вот, типа того, но, короче, это не важно на самом деле. Мы просто берем и делаем сейчас, прямо в этот момент, и вот уже почти. Вот он, глазик готов, глазик миленький. Ну и вот так вот и застраиваем его, конечно же, вот этим вот беленьким. Ну все, в принципе, готово, чё? Один в один просто. Не, можно еще вот так вот глазик закрыть. Настя, я тебе завидую. А хочешь оценить, как у меня получилось? Вау. Знаешь, кого мне напоминает? Кого? Лиса вот этого. Как там его зовут? Лиса? Что-то я не понимаю тебя. В общем, давно такая жвачка еще была. А, Крэш. Да, Крэш. Все, я понял. Я шарю за Крэша, извините. Я реально видел, как в PSP играют в школе, и всегда завидовал, и хотел тоже себе PSP. Я тоже хотела PSP. Знаешь, у нас еще одноклассница была с PSP, и она была самая крутая, потому что у неё была PSP. Да, сразу иерархия выстроилась. Да. Около неё. Все поклоняются. А мы самые нубихи были. Блин. Я помню, она мне дала поиграть, я такая, блин, я крутая. Эх, жалко, это бывает раз в жизни, да. Что тебе кто-то даст такое. Ну, ладно. В принципе, переживу как-нибудь. Я на самом деле, я уже как бы не сохну по такому. И так, нам надо... А я до сих пор хочу. Вот, видала, как я могу? Тебе нравится такой язык? Сейчас посмотрю, подожди. Мне кажется, наверное, прикольно. Так, вот сюда выставим ее и смотрим. А, в принципе, язык угарный, но я думаю, что можно даже, знаешь, как сделать? Сейчас, секунду. Подожди-ка. Сейчас свои короче... читерские штучки. Да, давай колбаску вырежет. Сделаем здесь торчащую. Сейчас. Оп. Ну теперь еще лучше. Да, смешно. Теперь колбасный. Да, короче, теперь зубёнки я сейчас смогу сделать. Да, зубки сделаю. Ты очень долго соображаешь. Я недолго соображаю. Хватит меня гнобить. И маленький гномик. Это шутка. И маленький гномик. Гномик я. Ну ты не густи, все хорошо. Понял? Вот такие зубки у нас получаются, как бы, как обычно, все профессионально, идеально. А как эти глаза сделать? А, зачем я этот шарик? Так, а теперь вот эти зубки. Боже, как же он сочно выглядит. Как же просто все идеально сделано. Просто до мелочей. Мне кажется, вот так нужно сделать. Так, да, глазастику надо сделать. Офигенные глаза. Обязательно. Это моя. Это моя. Это моя забота. В принципе, можно сделать специальные даже кругляшки как раз. Или даже овал. А, овал мы не можем сделать. Ну, можно вот такие вот штуки сделать. Жалко, вот овалы сюда... не можем. Напихать. Во. Во, что-то круто выглядит. Да. Во, вот так пусть. Такой... Да, мы не прогуливали геометрию. Да, мы гении. Короче, все, достроили. Итак, смотри вот сюда, и теперь смотри вот сюда. Ну, один в один вылитые монстры. Да, ну, а теперь вообще топ. По ритуалу мне очень надо нравится. Дождаться ночки, или же можем мы стичерить. То есть таймсет 15 тысяч просто выставляем, и ночь наступила. И теперь, короче, у нас жуть уже вроде какая. Бы должен развиваться креатив. Вообще даже за нарушение правил в креативе можно только брать блоки, а мы команды пишем. Это да, Найсик, ты вообще офигевший. Ну, подожди, давай-ка мы быстро зайдем в креатив.
актив сейчас и лутаем себе нетер блоков и вот этих штучек. Все. Теперь можно закрываться, и вот у тебя 30 штук. Вот. Ой, это зажжёшь. Спасибо. И это, короче, надо им на голову вставить. Поэтому ты можешь креатив по фастику врубить и поставить, пока у нас есть время. Так, так. И осторожно, чтобы все не зажглось. Я даже команду специально пропишу, тоже для того, чтобы мы не загорелись. Теперь все, можно гореть, где хочешь, загорай. Можешь даже не на незер блоки ставить, а прям их зажигать. Короче, не важно. А, они же... И остается только ждать, короче. Если всё, что, бери алмазный меч, она пригодится. Ясно, чтобы нет, не погасло. Я туплю, надо, конечно же, пулемет какой-нибудь. Ё-моё. Так, значит, вот они, мозги. Изыди, черти. Незерблок и АКМчик. Вот такие вот оружки. На сегодня мы возьмем с фласочкой. Теперь телепортируем фласочку поближе к себе. Мы сегодня экзорцисты. И даем ей оружки. Давай быстрее, последнее, что мы возьмем, и потом вырубаем. Страшно вырубаем. Всё, давай, давай, а то нам бан выпишут. В Майнкрафте. Быстрее. Офигеть, кстати, вот это нельзя все брать, ты знала? Вот эти оружки. Да, но это очень читерская штука. Редко проверяют, что мы брали, короче, и поэтому мы живы. Итак, готово, да, ждем. Нам просто монстров. Повезло очень. Давай вот здесь вот где-нибудь присядем. На качельках. Да, здесь, кстати, горка пожирателя опасная была. Ой, блин, что произошло? Почему мы так долго спали, Фласочка? Ты посмотри, там уже все кремонстры появились. Идем посмотрим, что с ними там произошло. Это же крокодил Гена. Ой, блин, ты посмотри, здесь деловая колбаса наша любимая даже. Офигеть, они все на месте. А стоит ли подходить вообще? Олд здесь на месте. Что он меня пишет? Подожди, 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 Фласочка, спасай меня. Мы даже не успели посмотреть на него. Давай пока что. Ой, блин, он меня ударил, короче, очень больно, прям по заду моему. Найсик. Нет, живи, я за тебя горой. Я реально сейчас лягу просто и все, и сложу оружие. Сейчас мы его подожжем. Ой, все. Блин, мы не успели даже на него посмотреть, он сразу напал. Да пофиг, на самом деле. Ты видела его короткие ноги, коротконожка? Я видел, но он должен быть медленным, а здесь он капец быстрый. Меня да, что-то он силу набрался. Каши, что ли, поел? Он поел овсяной каши, короче. Да. Ой, блин! Насик, тебя вынесли в одну. Я, кстати, крокодила Гена убью, а остался тупляк. Ой, так быстро? Офигеть, ладно, последнего мы сейчас быстренько завалим, и уже можно... Блин, я снова убил, Фласочка, ну это капец. Ой, боже. Ты его испепелила? Я, кстати, сама все затащила, ты просто как... Ой, блин, а я просто поумирал. Ну, конечно, всегда мужчина на себя весь удар берет, а ты просто доедаешь, так сказать. Ну, в смысле доедаешь? Ты офигел? Ладно, ты с позором просто умер, а ты еще мне тут говоришь, доедаешь. Я тебя спасла вообще. Да все, все, ладно. Короче, ты знаешь, что я хочу отметить? Мне всегда нравится то, что вот этот синий, у него, короче, слюна изо рта идет, как будто малыш такой. Он такой пупс, такой... Так и хочется его затискать, поэтому он, походу, всем нравится. Маленький младенец. Вот так вот вы с Фласочкой. Блин, мне бесит этот скин, вот эта вот башка на мне. Ну, когда ее... Как а я сняла? Думаю, а чё ты с этой башкой ходишь постоянно, а меня уже пугает. А у меня почему-то багает, короче, эта карта проклятая. На! О, боже. Ой. Ты чё? Ты чё, на меня, что ли? Баканул, простите, извиняюсь, баканул. Ладно, короче, вот так вот мы призвали радужных друзей. Хочешь, тебе морду начищу? Да, из Роблокса, я тоже захотела в Роблокс. Пойдем сыграем. Пошли. И пиши в комментариях, играешь ли ты в Roblox и пойдешь ли играем, ты сейчас играть или играешь во время просмотра, короче, вот такие пирожки. Надеюсь, понравился тебе видосик этот, и ты поставишь мне лайкучек. Подпишись на канал Найсика Бро, ссылочка в описании. Подпишись на мой канал, да, и подпишись на Фласочкин канал. Чтобы быть няшечкой, няшечкой и не терять. Не теряй! Пока!